собственно, несколько слов о себе. Собственно, я представляю разработки. Я представляю разработки, которые сделал я вместе с моей супругой Натальей Ломейко. Она дизайнер, я не дизайнер, но я владелец бюро дизайна интерьеров. Вот, мы занимаемся дизайном интерьеров, увлекаемся соционикой достаточно давно, лет 10, наверное. Вот, и стали использовать соционические разработки в своей работе, в переговорах с клиентами и потом, собственно, в работе с клиентами. Так, можно следующий? Собственно, ну, это известное как бы разделение на 4 клуба по специальностям, соционическое разделение социона на 4 клуба. Мы стали использовать соционические наработки сначала в частных интерьерах, когда заказчик, мы имеем конечного заказчика, это конкретный человек, и, ну, как правило, это супруги. Нашими клиентами, нашими заказчиками, как правило, является супружеская пара. Иногда оба супруга активно принимают участие вот в разработке собственного интерьера. Иногда один супруг является ведущим, а второй, ну, там, изредка, скажем так, дополняет. Иногда вообще не дополняет, да, то есть заказчик один. Но редко, как правило, все-таки второй супруг процентов на 30 участвует. Вот. И потом мы уже вышли на общественные интерьеры, на коммерческие интерьеры и подбили это дело следующим образом. Если заказчик частный, то интерьер определяется типом заказчика, сценическим. Если заказчиком является, например, фирма, я буду это показывать, то интерьер определяется видом деятельности. Следующим. Вот, например, собственно, интуитивно-логические типы, ученые. Значит, у них достаточно типовые интерьеры. В интерьере много открытого пространства, много камня, а много стекла. Следующий. А сразу вопрос, а вот ученые, это сразу оба супруга, когда ученые? Нет, это коммерческий интерьер, сейчас пойдет частный, потом пойдут частные. Вот тоже компьютерная компания. 3D-визуализация. У них тоже как бы большие, открытые. Они, у них не увидишь, как правило, паркет какой-нибудь, например, если брать элементы пола. У них не увидишь какие-то принты на стенах, какие-то рисунки. У них вот однотонные стены. Да? Вот, такой техно-минимализм, скажем так. Вот. То есть как, да, давайте сейчас расскажу, какие элементы мы выделяем, когда вот мы говорим про интерьер. Значит, это цвета, это фактуры, то есть из чего сделаны, из какого материала пол, из какого материала стены, да, то есть если это обои, бумажные обои, это штукатурка, это может быть камень. Присутствие стекла, присутствие золота, конфликт цветов. Дальше. Присутствие какого-то рисунка. Попозже будет показывать, что это такое. Вот. Ну и стиль. Ну, то, что известно на бытовом уровне. То есть минимализм, классический какой-то стиль. Вот такие элементы. Так, следующий, пожалуйста. Вот гостиница, которая сделана в таком же стиле. Гостиницы могут быть разные. Гостиницы, отели. Они как бы могут ориентироваться на одну группу, могут на другую. Тут вот мы встречались несколько раз с сообществом ательеров, скажем так. Вот у них как раз таки вопрос в том, почему одни клиенты к нам идут, а другие не идут. А потому что они, собственно, вот интерьер у них либо в одном стиле, либо в другом. Следующий. Вот тоже отель в таком стиле. Вот теперь, собственно, квартира. Заказчик Робеспьер. Минимализм, спокойные цвета, гладкие, соответственно, ну, без рисунка стены, логика в планировках, логика в элементах интерьера, то есть вот эта вот ракушка специально разрабатывалась, сложная какая-то конструкция с каким-то там математическим расчетом, шага,
она такая раскручивающаяся. Это не круг, это спираль. Вот. Для того, чтобы было о чем подумать, что посчитать, скажем так. Вот, так. Вот. И, соответственно, вот такая у него планировка остальной квартиры. Планировка и оформление. Вот, с элементами техники. Так, следующий. Вот. Это Дон Кихот. Чем-то похоже, но Дон Кихоты очень любят в интерьере использовать какие-то техноэлементы. Вот здесь реализовать не удалось, но заказчик очень хотел, вот тут не очень может быть видно, тут вот есть лестница на вот этот второй этаж. Заказчик очень много времени потратил на то, что объяснял, он объяснял, что он хотел, чтобы вот эта лестница, она была убирающейся. То есть можно было бы ее как бы поднять и убрать. Или наоборот, подняться наверх, втянуть, чтобы никто не прошел. Причем именно не просто вот физически, а на каком-нибудь механизме. Вот именно это должно было быть как-то механизировано. Ну просто когда просчитали, сколько это будет стоить реализовать, то не склалось. Но вот такие запросы от этого типа постоянно поступают. Следующий. Вот, этот интерьер реализован. Тут вот это кабинет супруги, супруга Дюма. И здесь вот есть, собственно, сенсорные элементы, шкурки какие-то, да, какие-то там покрывала. Вот, эмоциональные. Тут вот лампа, у нее основание это зайчик. На ушках лампочка. Вот тут элементы, черные эмоции вот так вот проглядывают следующих. Вот, здесь заказчик Бальзак. Спокойное, соответственно, спокойное цветовое оформление, но вот у Бальзаков есть любовь к определенному цвету, как правило, синему, ну, у этого конкретного бирюзовому. Вот, он везде отражает. Он везде вот просит его включить. Цвет дивана спокойный, но не эмоциональный. Болевая теперь эмоция. Вот. Там супруга Дюма, поэтому в ее комнате есть вот эмоциональные принты. Вот рисунок на стене, то, что я говорил, я попозже еще покажу. Вот. А в общих помещениях ничего такого нет. Вот. Это Джек. У Джеков запрос следующий. Это как-то, видимо, связано с болевой белой сенсорикой. Они очень просят использовать только натуральные, только экологические материалы вот, в оформлении интерьера. Очень настойчиво это подчеркивают. Вот. Ну и тоже большие пространства, тяга к стеклу. Дальше. Камень. Вся стена из конуса, из камня. Вот тоже придут. Еще вот эти типы, они, например, у них есть такой запрос, они говорят, а кто вообще придумал плитку делать маленькой? 60 на 60 это нормально для плитки. А все, что меньше, вот непонятно. То есть они любят большие куски гладкой поверхности. Стекла или вот камни, керамики внутри. Следующий. Так, вот второй клуб – это управленцы. Соответственно, у них сенсорный и чаще, я бы даже сказал, белосенсорный запрос. То есть должны быть обязательно удобные кресла, удобные диваны, достаточно массивная мебель, несмотря на то, что в клубе два черных сенсорика, все равно есть определенная тяга к комфорту. Вот. И по стилю они тяготеют к классическому стилю. Либо к чисто классическому, либо к некоторым упрощениям классического стиля. Следующий. Вот. То же самое Газпром. Классический стиль. Так, и дальше. Гостиницы бывают в таком стиле. И общественный интерьер. Вот. И дома как выглядят. Тут заказчик Габен. Соответственно, тоже спокойные цвета.
Кабены в интерьере тяготеют к оттенкам, скажем так, желтого, коричневого, терракотового. Вот у них так. Но это мужчины. Женщины могут выбирать и другие цвета, особенно если они моложе. То есть вот есть вот такая разбивка по возрасту и по полу. Следующий. Вот, эта спальня и тоже вот того же заказчика. Вот здесь другой заказчик, Максим. Но та же самая тяга к дереву. Полы, соответственно, у них у всех, кроме вот этого, деревянные. Никаких там заливных, никаких таких камней. Цвета спокойные. Здесь тоже Максим. Главная группа, но спокойные цвета. У этого заказчика, у него супруга Достоевский, поэтому у них как бы есть определенная нестыковка в запросах. У дуальных пар достаточно хорошо стыкуются запросы. У недуальных бывают разночтения. Но, опять-таки, если брак длинный, то как-то уже нивелируются запросы. Люди привыкают к потребностям другого, к потребностям спутника. Так, следующий. Вот, так, третий клуб гуманитарии, интуитивно-этические типы. Вот, у них присутствуют какие-то вот рисунки на стенах или там в элементах оформления. Цвета могут быть какие-то яркие. Дальше. Вот, веселенько. Вот, я это называю пёстрое, когда много цветов в интерьере, и много это сильно больше трех. 5-6. Все они используются, лихорадочные какие-то цветовые пятна, но. Тем не менее, им это нравится больше. Вот принт, рисунок большой, видите? На стене. Вот рисунок, вот рисунок, вот рисунок. Вот, это характерно для этих типов дальше. Вот. Да, это тут не совсем по кругу. Тут заказчики, значит, супруга Гамлет, а муж Гюго. Соответственно, тут интерьер строился из соображений базовых черных эмоций у обоих. Очень эмоциональный интерьер. При этом от Гамлета в нем яркие краски, а от Гюго большое количество диванов. Удобно. Вот, то есть здесь вот в санузле, хозяйский санузел, здесь опять, очень пестрая расцветка, разные цвета, тут и алая ванна, и зеленый диван, и, собственно, мозаика какая-то желто-розовая, и еще это под кожу оформленная плитка, это белая с золотыми точечками. Это такой некий компромисс, да? Люди просто компромисс нашли. Не, ну у них, правильно, они эмоциональные, я дальше покажу, если там есть картинка, можно дальше. Ну тут нету. У них, соответственно, у них гостиная тоже интересные торшеры стоят. У них там не зайчик в основании, а автомат Калашникова. Автомат, у него лампочка. Вот. А вокруг китайские слоники. Причем не белые, не серые, а розовые, фиолетовые вкрапинку. Убивает сразу напрочь. Вот, на любителя. Да? Детский санузел, ванна со слоном. Хозяйская спальня, алые акценты опять. Яркие пятна. Детская мозаика с рисунком на стене. Вот, здесь колибри, это комната. Там есть еще одна мозаика, просто. Ну, я там не обед.
Вы как дизайнер ощущаете это нецелостность или ну как? А я как не дизайнер, а психолог ощущаю, что как это каждому свое. Вот, понимаете, в дизайн-среде существует такой, существовал раньше, вот мы с этим боремся, существовал подход, что дизайнер это художник, он делает прекрасное, а остальные делятся на умных, которые понимают, и дураков, которые не понимают. Вот, а мы с этим боремся. Дело в том, что художник, он видит так, как он видит. У него есть свой тип. Не надо свои типные ценности навязывать на все остальные 15 типов. Да? Вот. Мне не нравится вот это. А им нравится. Я им сделаю. И они будут довольны. Понимаете? А если придет мне какой-то дизайнер, начнет вот такой навязывать, я его пошлю очень далеко. Вот. Тут не целостность, не целостность. Для меня это не целостность, да, в ваших терминах. А для них целостность. И отлично. Я пока на здоровье. Вот. Так, дальше. Вот, еще один клуб социалы. Это, как правило, офисы банков, каких-то там обслуживающих компаний, да, там страховых, допустим. Вот. Ну тут это что? Это клуб. Вот. У них тоже достаточно ровные, спокойные цвета и достаточно удобные элементы интерьера. Дальше. Так, вот Шаратон в таком стиле делает, оформляет свои отели. Дальше. Вот, это квартира заказчика. Заказчик